Хорошо, что мы там не стояли. Это что за зверь? Выглядит не очень дружелюбно. Хорошая работа. Думаешь, мы молодцы, Биди? Точно. Хочешь заглянуть? Есть! Давай-ка посмотрим. Сестра ночи тренируется. Yeah!
Я тебя слышу. Дай взглянуть. Ты не против, Биди? Щелкаешь их, как орехи. О, ты что-то нашел? Похоже, здесь побывали Зефа. Странно. Вроде заброшенное место, но... Убирайся, джедай. Уходи. Ты ведь сестра ночи. Думал, вы все погибли. Не все. На Датамире тебе не место. Уходи. Я не могу уйти, но вдруг ты мне поможешь, я... Постой, я тебе не враг. По твоим действиям не Стой, похоже. Погоди, я же не... Я
зацепил тебя! Ты готов умереть, джедай? Он ранен! Это боль не... А ты быстрый. Еще братья ночи. Не стреляйте, как попало! Я оставлю это зверство. Тут заперто. Я тебя слышу. Дай взглянуть. Я вижу тебя, чужак! Уверенности. Не такой уж ты и мать. Эй, беди, глянь сюда. Хорошо, беди. Что это? Беди, Тим! Мы тебе не по зубам! Надо быть начеку! Бдительности!
Нужно проверить, верно? Хорошо, беги. Что это? Славный странник. Смотрю, ты уже познакомился с сестрой Ночь и даже как-то выжил. О, световой меч. Нет, не прячь его. Теперь ясно, как ты выжил. Кто ты? Ты не бойся меня. Я странник. Изучаю природу вымерших рас, мертвых философов. Изучаешь сестер Ночи? О, я изучаю всякое. Да, та сестра Ночи. Она была мала, когда здесь началась война. Вся семья погибла на ее глазах. Что ты знаешь о руинах? Они очень древние. Сестра Ночи и ее клан поддались силе, что там сокрыто. Не ходи в руины. Тебя ждет тоже. И долго ты уже здесь? Достаточно. Этот мир даровал мне веру, когда я в ней нуждался. Убежище, когда я был слаб. Просветление, когда я блуждал во тьме. Ясно. Эй, беди. Покончи! Тебе меня не одолеть! Смерть тебе гарантирована! Залезть можно, но со снаряжением. Умри! Гниешь на болотах! У нас все же получилось. А ты умеешь развлекаться.
Тут заперто. Ты не пройдешь. Отойди. Нет, все же он был прав. Кто? Что? Джедаи, воры и обманщики. Они несут лишь смерть. Назад! Еще раз помешаешь мне, я тебе устрою. Я тебя не трону. Но мои павшие сестры... отомстят за себя. Помоги, пожалуйста. За мной должок. Еще нежить! Покинь это место! Эй, Биди. Ты поплатишься за их смерть.
Как ей удается следовать за нами? Цера называла их владеющими силой, но я не видел, чтобы ее так использовали. Лучше нам держать ухо востро. Стоп, а у тебя уши есть? Знаешь, что это за крылатая штука? Надеюсь, и не узнаем. Ты в порядке, Лиди? Рад слышать. Эй, Биди, посмотри тут. Что там у тебя? Братьев ночи. Мы приближаемся к деревне. Это чужак! Давай со мной, да. Он вот-вот умрет! Тебе не победить, чужак! Братья, помогите мне! Веди! Сюда! Он заживляет раны! Остановить его! Тут за кем-то охотились. Мне нужно убить его! Веди, привет. Братья, дадим отпор!
заплатишь, ты, чужак! Я не умру здесь! Рад, что ты здесь, Биди. Отступись, джедай. Беги. Нашел. Отлично. Жертвоприношение. Как урок.
Должно быть, здесь живут братья ночи. Напрямик, только если не будет выбора. Юэни. Тропа у ворот. Я нанес джедаю удар! Сколько ярости и ужаса. Как тут кто-то мог выжить? Как тебе там? Еще одна тварь.
Когда-то здесь была арена. Братья ночи уважают только сильных. Что-то интересное. Разбился корабль. Он от чего-то убегал. Что-то нашел, Биди? Эй, Биди. Он сказал семена. Надеюсь, с Датамира пойдут. Эй, Биди, глянь сюда. Посмотрим, что ты нашел.
создание выглядит опасным. Ты проиграешь! Меня это не остановит! Прикончить его живо! На помощь, Пиди! Твоя жизнь подошла к концу! Тебе здесь не место. Если останешься, братья убьют тебя. Думаю, ты превосходишь их по силе. Все хорошо? Здесь тебя ждет только смерть. Погоди, может быть опасно.
Давай сюда, беги! А все не так плохо, да? Сильнейшие из братьев Ночи проходили обряд посвящения в логове этого существа. И еще раз!
Готовься бежи! Прыгаем! И как нам отсюда спускаться? Высоковато! Опять? Ладно, верю. Скажешь об этом существе. Сюда, беги.
А все не так плохо, да? Эй, беги! Он внизу! Осторожно, братья! Это мост в их деревню. Не ожидали, что мы вернемся. Все же должен быть более скрытный путь. По правде, опуская мост, я понятия не имел, что там. Просто хотел посмотреть, что выйдет. Как ты с резаком на кошельке? Опасен. Нужно убить его. Нет, отведем его к брату Вискусу. Посмотрим, что ты нашел.
Эй, Биди, что это? Что там, Биди? Покончить с этим, нет? Ты проиграешь нам! Такие слабые! Беди! Нужен Стим, беди!
дадим отпор! Не хочешь проверить? О, там было что-то интересное. Ты совершил ошибку, джедай! Тебе не хватает уверенности. Я тебя уничтожу. Устал ждать указаний от сестры. С этим нарушителем надо расправиться. Чужак! Я до тебя доберусь! Стим, беди! Нашел гробницу? Почти, но немного отвлекся. С Гризом что-то не то. Говорит, видел кого-то у богомола. Датамир плохо на него действует. Вроде он всегда такой. Ты в порядке? Я ничего не видел, значит, да? Выхожу из деревни братьев ночи. Возвращаюсь к миссии. Смотрю, все под контролем. Да, мы с Биди справимся. Thank you.
Что за страха? Я зацепил тебя! Это боль ничто! Твое поражение предрешено! Снизу. Мы можем победить, братья! Братья, помогите мне! Хватит прятаться за мечом! Смерть, я остановлю тебя! Река не видно. Не попался ли он братьям ночи? Эй, кто там? Помогите мне, братья! Тебе не превзойти нашу... Я должен убить этого чужого... Гробница. Ни дня без находки. Мой друг, мы добрались до гробницы Куджета в поисках Астриума. Эй, Биди, что это? Посмотрим, что ты нашел. Все это просто исчезло.